Февраль принес россиянам ряд законов социальной направленности. Должникам теперь будут оставлять на счетах так называемую несгораемую сумму – остаток зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. В Самарской области это 11 985 рублей на душу населения. Могут оставить и больше, если есть на попечении дети или инвалиды. Если резиденция есть, то сумма, защищенная от взыскания, она может быть увеличена. Делается это не автоматически. Должники должны направить заявление в Федеральную службу судебных приставов. Но есть некоторые исключения. Некоторые виды должников, например, должники по алиментам, они не будут освобождены, то есть не будут защищены таким образом. Россиян защитят от покупки жилья в аварийных домах. Теперь все сведения о ветхости жилья граждане могут получить с помощью выписки из ЕГРН – Единого госреестра недвижимости. С 1 февраля закон обязал органы госвласти, органы местного самоуправления подавать в Росреестр сведения о том, что жилье признано аварийным, ветхим или подлежит сносу. Это позволит гражданам при покупке жилья увидеть эту информацию в Едином государственном реестре недвижимости и, соответственно, уже при полном понимании осуществлять какую бы то ни было сделку. С 1 февраля на 8,5% увеличивается плата по системе «Платон» в два раза больше, чем прогнозировали. Напомним, водители большегрузов должны оплачивать каждый километр проезда по федеральным трассам в счет возмещения вреда дорожному покрытию. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн. За время действия «Платона» в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 миллиардов рублей, включая штрафы Ространснадзора. Эти средства направляют на капремонт дорог. Оплата увеличивается на 20 копеек за каждый километр. То есть, если раньше она была 2 рубля 34 копейки, то теперь составляет 2 рубля 54 копейки. Что, конечно, косвенно отразится на стоимости перевозки и повлияет в том числе, наверное, на стоимость всей продукции, которая перевозится большегрузными автомобилями. Роспотребнадзор изменил постановление, которое оставалось неизменным почти 2 года. Сроки карантина для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, теперь уменьшились с 14 до 7 дней. Связано это с тем, что распространяющийся сейчас новый штамм «Омикрон» проявляет себя гораздо быстрее, чем его предшественники. По предварительным данным, инкубационный период «Омикрона» от 2 до 5 дней. У «Дельты» он составлял в среднем 6-8 дней. С 1 февраля вступил в силу один из самых обсуждаемых и резонансных законов о пожизненном заключении для граждан, обвиненных в педофилии. Он вводится в 2 случаях. Либо когда педофил совершил повторно преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, за которое он раньше уже был осужден, либо когда он совершил впервые, но в отношении нескольких несовершеннолетних лиц подобные действия. С февраля в России вступает в силу новый ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах. Это касается погибших в ходе военных конфликтов, а также в результате чрезвычайных ситуаций в мирное время. По новым правилам, при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки, расстояние до жилых домов, рельеф и расположение источника водоснабжения. Местные власти в мирное время должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.